Всем привет, с вами Алексей Кривицкий из КМ Украина. И я продолжаю заканчивать записывать серию своих трактовок руководства по Scrum от ноября 2020 года. На дворе ноябрь 2021 года, и поэтому неплохо было бы эту вещь начать как-то заканчивать, да. Scrum – это фактически getting things done, да, это культура завершения, и, конечно, было бы смешно начать серию по руководству по Scrum и ее никогда не закончить. Поэтому я благодарю всех, кто меня пинает с разных сторон, мол, давай, записывай. И, конечно же, ваши лайки и просмотры. Жалко, YouTube убрал вчера фичу дизлайков, хотя их было не очень много, показывает, что есть польза от этого видео. 8 тысяч просмотров первой серии за год, в принципе, по такой узкой теме, как Scrum. Это неплохо. Благодарю вас за ваше внимание. И давайте посмотрим. Мы с вами закончили мероприятия, закончили то, что раньше называлось ритуалами, да, церемониями, сейчас называется ивентами, мероприятиями. Мы закончили ретроспективу, как говорит мой знакомый, ретроперспективу. И смотрим сегодня на артефакты. Артефакты Scrum. Читаю. Артефакты Scrum отображают работу или ценность. Они спроектированы для максимизации прозрачности ключевой информации. Ваша мать. Максимизация прозрачности ключевой информации. Окей. Таким образом, все, кто инспектирует их, имеют одинаковую основу для адаптации. Сложно понять. В общем, короче говоря, все те ценности, которые у нас есть в скраме, смелость, прозрачность, да, you know what I mean, они проявляются через артефакты. И все артефакты, которые у нас их немного, мы сейчас с вами посмотрим, они спроектированы для того, чтобы создавать прозрачность той важной информации, которую мы хотим инспектировать и адаптировать, то есть принимать более правильные решения. Да, повторяем то, о чем мы с вами говорили раньше. Scrum – метод, который позволяет трезво смотреть на реальность инспекции и как-то менять курс, адаптация. Вполне здравая мысль. Читаю дальше. Каждый артефакт содержит приверженность, которая предоставляет информацию для поддержания прозрачности и сфокусированности, и по которой оценивается прогресс. Вот это интересная вещь, которую добавили в последнем скрам-гайде, да, добавили product goal, sprint goal, и они их подвязали к тем артефактам, которые были. В принципе, чем больше я об этом думаю и объясняю другим, тем больше для меня это имеет смысл, да. То есть это не просто бэклог продукта, это артефакт бэклог продукта, который привержен некоторому фокусу, да, у него есть некоторое направление или то, от чего он растет. Это цель продукта. То есть, если бы не было цели продукта, в принципе, можно было бы делать что угодно. Есть такая пословица английская: if you don't know where you're going, any road can take you there. Да, если вы не знаете, куда идете, любая дорога вас туда приведет. Если вы не знаете цели продукта, любой бэклог можно делать, а можно и не делать. И поэтому цель продукта – это прикольная вещь, это не что-то, что учат там продакт-оунеров, это не что-то, что описано в книгах там по Discovery, по Value Proposition. Это не термин продакт-менеджерской, скажем так, тусовки, цель продукта. Но это что-то, о чем стоит говорить. И я рад, что они выбрали некоторый, опять-таки, новый термин, да, там, Scrum Master – это новый термин. Он, в принципе, новый термин был тогда, когда его ввели в Scrum. И цель продукта – это тоже некоторый новый термин, он не перегружен информацией, какими-то определениями, поэтому, в принципе, эта тема поговорить. А что для нас цель продукта? Следующая вещь, да, что есть Sprint Backlog, и он тоже, соответственно, привержен поддержанию прозрачности и сфокусированности на цели спринта. Часто меня спрашивают, да, типа, а вот как нам родить цель спринта? Там, мы делаем это, 5-е, 10-е, 20-е, типа, как-то цель спринта не клеится. Ну, и мой ответ, я не всегда даю хорошие ответы, часто даю такие мета-ответы, но ответ тут такой, да, если у вас нету какой-то большей цели, там, цели продукта, цели релиза, то есть цели – это не какая-то вещь, которая есть, которой нету, это некоторый конвейер, некоторый такой конус цели, там, сверху есть цель бизнеса, она транслируется в цель продукта, который нужен, чтобы бизнес-модель работала. Цель продукта, понятно, что она слишком большая и она бесконечная. Окей, что мы делаем в этом году? Что мы делаем в этом квартале?
что мы делаем в этом релизе. Я не говорю про релиз фич или кода, я говорю про некоторый маркетинговый релиз. И если это есть, тогда цель спринта, в принципе, нарезается оттуда весьма логическим образом. И есть инкремент продукта, да, то, что раньше называлось potential, shippable product increment, все это убрали, он просто инкремент. В 21 веке, в 21 году, наверное, можно научиться выпускать потенциально готовые инкременты уже без проблем, в принципе, хотя бы раз в спринт, хотя вот мои команды это делают, ну, типа, регулярно. Мы даже это не называем инкрементом, это просто там, ну, типа, код улетает, проходит гиты, пайплайны, и, типа, куда-то промоутится на какой-то там production environment, раскатывается на юзеров, мы это не называем инкрементом, но как бы, если смотреть на то, что у нас, вот, срез нашего продукта, что у нас получилось за спринт, то это инкремент, и, понятно, он тоже к чему-то стремится, он стремится к нашему определению готовности definition of done. В этом плане мне нравится, как они уложили эти три артефакта и три этих, как бы, артефакта цели. Да, есть артефакт, с которым мы работаем, бэклог, спринт-бэклог, и есть некоторая пум, куда он движется. Приверженность существует для подкрепления эмпиризма и ценностей скрам для скрам-команды и за ее заинтересованных лиц. То есть это все нужно, чтобы фактически склеить скрам-команду и заинтересованных лиц, и мне нравится, что они в скрам-гайд все больше и больше добавляют заинтересованных лиц как некоторую роль, потому что скрам никак не описывает это, но в принципе то, Product Owner действует от мандата, который ему дали его стейкхолдеры, и скрам-команда, она работает не просто в вакууме, она работает потому, что есть спонсоры, есть цели, и кто-то им сказал: чуваки, идите в ту сторону. Вот, это то, что касается, как бы, артефактов вообще. Теперь мы с вами копнем чуть глубже в Product Backlog. Что-то я запыхался, хотя я никуда не бегу, наверное, я переживаю, не знаю. Потому что Product Backlog – это, ну, супер важная вещь. На самом деле, от того, сколько у вас бэклогов, я не устаю это повторять, от того, сколько у вас бэклогов, зависит фактически ваш организационный дизайн, ваша структура компании, зависит от того, сколько у вас бэклогов. Недавно общался с клиентами, они говорят: мы будем переходить на сейф. Я говорю: классно. Сколько у вас будет бэклогов? Они такие: мы не знаем. Я говорю: вы никуда не переходите, что вы не знаете, какую компанию вы строите. Вам нужно знать, сколько вы делаете бэклогов до того, как вы что-то начинаете куда-то строить или подбирать себе какой-то фреймворк или подход. Итак, Product Backlog – это упорядоченный, постоянно обновляемый список того, что необходимо для улучшения продукта. Это единственный источник работы, выполняемой скрам-командой. Это прекрасная фраза. Если у вас есть такая привычка в компании, что в команду вкидывают работы разные люди, если там за шоколадку вашего разработчика главный бухгалтер может заманить в сторону, да, и сказать: ой, сделай, пожалуйста, мне такую-то фичку, там, бла-бла. Да. Это не то, как мы хотим, чтобы это было в скраме, вся работа идет через бэклог продукта. И вы будете удивлены, но эта привычка умирает очень медленно в компании. Поэтому здесь важно, чтобы за этим следили, и скрам-мастер должен ходить с большой палкой и бить по рукам, в хорошем смысле этого слова, если смысл этого слова хороший, делать так, чтобы все шло через Product Owner, через бэклог продукта. Может быть, не только через Product Owner, да. Мы посмотрим сейчас дальше, если здесь какое-то описание про то, кто вносит работу в бэклог продукта, Product Owner может это делегировать кому угодно, могут быть разные договоренности. Но важно, чтобы был общий список работы – бэклог. Элементы Product Backlog, которые могут быть реализованы скрам-командой, я читаю дальше, до состояния готовности в течение одного спринта, считаются готовыми для взятия в спринт в ходе события планирования. Ну, очевидно, да, мы готовим элементы бэклога, всей скрам-командой, внимание, всей скрам-командой мы это делаем. Если вы мне скажете завтра: Леша, у нас что-то не работает скрам, я говорю: а что делаете? Ну, у нас есть груминги, рефайменты, и там тимлиды вместе с... До свидания. Это не то, как это должно быть. Вся команда прорабатывает бэклог на рефайментах для того, чтобы они могли его взять в спринт через спринт-планирование. Ни тимлиды, ни техлиды, ни тетя Вася, ни дядя Петя, никто не имеет права вместо команды что-то рефайнить
Да, кто-то может с кем-то пообщаться, встретиться, нарисовать какие-то прототипы, привести юзера, привести там какие-то скриншоты юзера, интервью, все что угодно. Но в итоге, до того, как взять что-то в работу, вся скрам-команда, все ваши разработчики, тестировщики, все вместе должны сесть и порефайнить, посмотреть на это. Как минимум, это делается на планировании спринта. Но если честно, это довольно поздно это делать, да, поэтому мы готовимся намного раньше, и поэтому многие команды имеют refinement, встречу, как фактически то, где мы готовим элементы к планированию. Они достигают такого уровня прозрачности, элементы бэклога, после активности по уточнению, вот то, о чем я говорю. Уточнение продукт бэклога – это процесс разбиения элементов бэклога на более мелкие и конкретные элементы и к дальнейшему уточнению. То есть в ходе refinement нашего, который называется PBR, да, Product Backlog Refinement, мы уточняем вещи, мы берем большие на маленькие, мы добавляем детали, это все легальные атомарные действия, которые мы делаем с бэклогом. Мы это делаем во время refinement. Это постоянная деятельность по добавлению деталей, таких как описание, порядок и размер. Атрибуты элементов зависят от предметной области выполняемой работы и могут быть очень разными. То есть невозможно сказать, какой правильный формат бэклога. User Stories, когда самый известный формат, который к нам в Scrum перекочевал из экстремального программирования, он уже юзится, абьюзится, мисюзится всеми инструментами, которые есть. Там в Jira что-то называется User Story, но никто никакие истории никому не рассказывает, их шлют там ссылками. Давайте забудем про все эти User Stories, давайте просто встречаться и как здесь написано, как тут написано такое слово, если хорошо, это постоянная деятельность. И постоянно встречаться, и постоянно разбивать, уточнять, добавлять детали. Неважно, в каком формате это написано. До тех пор, пока вы делаете это всей скрам-командой, и в этом участвует product owner, это будет написано на языке, понятным product-менеджерам, понятным бизнесу. Да? А если ваш product owner там очень технический, а вы делаете продукт там для какой-то индустрии, наверное, у вас не тот product owner, извините. Product owner должен быть, должен обладать и говорить на языке предметной области. Он не должен говорить какими-то функциями, джаваскриптами, фреймворками. Он должен оперировать теми понятиями, которыми оперируют ваши клиенты. Если вы работаете, пишете что-то для банка, product owner должен владеть банковским языком, и команды должны им овладеть. Вот. И если они говорят на этом языке, на доменном языке, да, то и бэклог описан на доменном языке, и все его постепенно учат и к нему привыкают. Оценку размера, это вот интересно, это про оценку. Оценку размера элементов производят разработчики, которые выполняют работу. Разработчики выполняют работу. Developers. Ну, то есть здесь важно то, да, что не product owner дает оценку и не тимлиды, и не техлиды, и не тетя Петя. Разработчики. Скрам-команды собираются вместе и оценивают работу. Product Owner может влиять на разработчиков, помогая им понять элементы и обсуждая компромиссы. То есть это не так, что там разработчики сказали, это 178 тысяч сторипоинтов, и все, Product Owner должен с этим согласиться и пойти зацелиться. Не так это происходит. Product Owner может влиять на разработчиков, так же, как разработчики влияют на Product Owner. Они вместе, они в одной команде, они подвержены влиянию друг друга, они открыты к влиянию, да, open for influence. Если он считает, что оценка слишком большая, он говорит, чуваки, что-то как-то это будет очень долго, ваша velocity x, вы здесь наэстимировали в 5x, я понимаю, что, наверное, вы хотите сделать очень хорошо, избыточно хорошо. Давайте сядем и подумаем, как сделать проще. То есть он не говорит там, переоцените и придите тогда, когда оценка будет в 7 раз меньше. Нет. Он говорит, что-то как-то дороговато. Давайте подумаем, где мы можем удешевить. И это нормальная дискуссия, которая должна происходить в любой скрам-команде. Как мы можем сделать эффективнее, как мы можем сделать дешевле, где мы можем срезать углы. Вы будете удивлены, но это вполне нормальная дискуссия. Такой инструмент, как User Story Mapping, я все больше и больше убеждаюсь, как он помогает командам и product owner'у на самом деле проводить, скажем так, конструктивные дискуссии на эту тему. Мы видим всю картину на story mapping, мы можем ее нарезать на релизы, мы можем понять, какой элемент бэклога относится к какому шагу customer journey,
И потом мы можем обсуждать, а нужно ли в этом релизе, чтобы юзер делал это и это. Или мы можем это скипануть. То есть вот эти вот компромиссы, которые здесь написаны, нужно иметь инструмент фасилитационный. Я все это слово не умею выговаривать все еще. Фасилитационный инструмент для того, чтобы вести эту дискуссию правильно. И это задача скрам-мастера научить свою команду это делать. На моем опыте user story mapping – наилучший инструмент для того, чтобы такие компромиссы обсуждать. Я наговорил на 15 минут, я, наверное, продолжу. Наверное, вы еще меня можете слышать и слушать. Я знаю, что некоторые люди меня слушают, там, бегая по утрам, по вечерам, джогая. Джогинг обычно это минут 40, поэтому, в принципе, я могу говорить много, но я не буду говорить минут 40, я буду говорить минут 25. Приверженность. Цель продукта. Product goal. Product goal описывает будущее состояние продукта, которое может выступать в качестве конечной цели, используемой Scrum-командой при планировании работы. Product-цель входит в состав product-бэклога. Мне не совсем понятно это. Основная часть product-бэклога появляется, чтобы определить, что будет способствовать достижению product-цели. Ну, то есть, фактически, там, если у вас есть бизнес, там, да, там, не знаю, вы автоматизируете, там, не знаю, там, станции техобслуживания автомобилей, да, вот их бизнес. И вы хотите войти в этот бизнес с некоторым сервисом, продуктом, то цель вашего продукта – это там, да, помочь станции максимально эффективно управлять всем тем хаосом и сложностью, которые у них есть в бизнесе. Это цель продукта. И на старте, да, ну, фактически, это первый элемент бэклога, который у вас есть. Поэтому здесь имеется в виду, что цель продукта входит в состав бэклога. Но она, скажем так, великовата. Если вы будете ее оценивать в футболках, то все футболки порвутся. Поэтому говорите, окей, давайте кусать этого слона по кусочкам. Что будет первое, что мы можем с этим сделать? Окей, давайте посмотрим, пообщаемся, там, да, юзер, там, customer development какой-то происходит. Окей, склад, там, складской учет, управление запчастями, там, их заказ, это там самое больное место тех юзеров, которые намечались. Окей, там, мы откусываем от этой цели другой элемент бэклога, который говорит автоматизация складского учета. Мы ее оцениваем в футболках, все футболки порвались. Окей, значит, великовато. И пошло-поехало, да. И таким образом бэклог остается и цель. Когда все элементы бэклога будут сделаны, как бы разбивая цель, это вот все меньше и меньше она у вас остается. Цель закончила, бэклог закончился. Я вас поздравляю, вы закончили продукт. Так, конечно, не бывает, потому что юзеры всегда подкидывают каких-то хотелок, по мере того, как они используют наш продукт, или мы расширяем наши ниши, там, идем куда-то дальше. Читаем дальше. Продукт – это средство доставки ценности. Угу. У него есть четкие границы, известные заинтересованные лица, четко определенные пользователи и клиенты. Это хорошее определение продукта, но мне нравится, я его, наверное, стырю. То есть четкие границы – известные заинтересованные лица, то есть мы должны понимать, типа, кто платит за эту музыку. Четко определенные пользователи и клиенты. Если нет того, другого или третьего, это не продукт. Если вы пишете, не знаю, там, вот ту же самую систему, которая помогает вашим СТО, станция техобслуживания, хорошо техобслуживать, и вы говорите, что моя команда работает над продуктом, который называется платформа, которая позволяет там через API что-то дергать, это не есть продукт. Это часть продукта, это компонента большего, чего-то большего. А поэтому, потому что у нее нету юзеров. Другая команда – это не юзеры. Это чепуха. А пользователи должны быть реальными людьми, которые платят за ваш продукт, за его использование. Если вы пишете что-то, чего нету клиентов, что нужно другой команде, чтобы она дергала ваш API и потом через фронтенд чего-то прокидывала. Вы все вместе делаете один продукт, не обманываете друг друга, у вас продукт больше, чем может делать одна команда. Добро пожаловать, вам нужно смотреть на масштабный скрам. Использовать один скрам на всех. Один бэклог на всех. И для многих из вас это, скорее всего, тот мир, в котором вы живете, может быть, не осознавая это или пытаясь это всячески игнорировать. Но компоненты, платформы, микросервисы – это не продукты. Это лишь некоторые колесики, вращающиеся, чтобы продукт работал. Читаю дальше. Продукт может быть услугой, физическим продуктом или чем-то более абстрактным. Хорошо, спасибо, это не помогает. Продукт-цель – это долгосрочный ожидаемый результат скрам-команды. Они должны достичь одной цели или отказаться от нее, прежде чем приступать к следующей. Ну, хорошее целеполагание.
в принципе, все понятно. Мне нравится, повторюсь, что в Scrum Guide появилась цель продукта. Вы можете завтра спросить у вашего продакт-онера. Продакт-онер, какая цель нашего продукта? А если он задумается, то это хороший вопрос. Если он на него ответит, но вы не согласны, это хороший вопрос, вам есть о чем поговорить. Если у него нет ответа, и он такой, вам нужно дальше в этом разбираться. Потому что если мы не знаем наши цели, как бы давайте делать любой бэклог. Да? Бэклог – самая главная часть, вокруг которой вообще все в скраме вертится. И поэтому важно уделить этому внимание. Всех поздравляю. Мы с вами прообщались 20 минут. Я прервусь, и в следующем видео, в 13-м видео, у нас будет спринт-бэклог и инкремент. И мы с вами будем заканчивать этот прекрасный годовой обзор, да, скрам-гайда. Всего хорошего. Если вы бегаете, бегайте осторожно. Если вы кушаете, приятного аппетита. Всего хорошего.